Что ни имя, титулованный артист со званием народный или заслуженный, иначе и быть не может. На сцене Кумертау своим талантом в очередной раз блеснули солисты Государственного академического ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова. Коллектив с более чем 70-летней историей по сей день не утратил своей популярности. И добрую славу объединению поддерживают его артисты. Солисты не только показывали красивые движения. Каждый номер – это отдельная театрализованная постановка. В программе концерта были представлены как полюбившиеся зрителю композиции, так и новинки. Завоевать доверие и любовь зрителя сложно, но также нелегко его удержать. Поэтому каждый выход ответственен, говорят солисты. Причем более волнительно выступать перед своими настоящими поклонниками, земляками. Что мы чувствуем на сцене? На сцене мы пытаемся отдаться полностью зрителям, все свои эмоции показать. И в конце, когда уже стоишь, когда уже концерт заканчивается, и когда зрители встают и хлопают, это, конечно, непередаваемое ощущение. Но не всем понять это. Зал полон. Почитатели творчества гаскаровцев стараются не пропускать концерты любимого коллектива. Коллектив я знала всегда, что он создан грамотными людьми, любящих свой народ, свою культуру, свои обычаи и очень ценящие и понимающие положение народа. Поэтому при случае я стараюсь всегда ходить. На любые концерты не хожу, но такие концерты стараюсь не пропускать. Их танцы настолько зажигательные, так красивые, они так воодушевляют. Вот эта красота, она добро посылает людям. Наверное, из-за этого мы и ходим, смотрим этот концерт. Да, всегда ходим на концерты, всегда ждем с нетерпением, очень красиво всегда. И русские, и башкирские танцы национальные. Очень нравится. На сцене один за другим сменялись яркие номера. Это были народные башкирские танцы «Азамат», «Семь родов», «Цветущий курай», башкирский казачий танец. Много юмора и актерского мастерства зрители увидели в шуточном татарском танце «Жених». Во второй части концерта преобладали танцы народов мира. Своей легкостью и нежностью очаровали солисты, исполнявшие китайский танец «Лунный полет бабочки». Поразили своей грациозностью исполнители киргизского свадебного танца, хорезмского танца, корякского и многих других. Практически все постановки сопровождаются музыкальным оформлением оркестра под руководством заслуженного деятеля искусств республики, заслуженного артиста Российской Федерации Рифа Муратшина. Выступления зрители осыпали овациями. Много раз артисты вызывали на бис. Представление завершил башкирский танец «Гульназира». От имени кумертаусов, мастеров искусства, поблагодарила начальник управления культуры Татьяна Лихачева. Артистов зрители провожали стоя, бурными аплодисментами.